Сейчас разгар лета, и очень многие сталкиваются с проблемой того, что макияж отказывается держаться на лице. Что бы вы ни делали, как бы вы ни старались, все равно проступает пот, все плывет, все течет. Многие ненавидят жирный блеск у себя на лице, но не знают, как правильно с ним справиться. И я по опыту смотрю, что многие девушки предпочитают носить с собой компактную пудру и на протяжении дня вот так вот поправлять макияж. Но чем больше вы наносите пудру, тем больше это смешивается с кожным салом, с потом. И это такой порочный круг, который ни к чему не приводит, кроме как к тому, что лицо у вас выглядит очень заштукатуренным, и за километр уже видно, что на вас вот просто вот такой вот слой косметики, которая все равно вот постепенно пытается убежать с вашего лица и с помощью силы гравитации просто упасть просто плашмя на пол. Сегодня я для вас собрала три реальные техники для закрепления макияжа. Этими техниками пользуются визажисты с мировыми именами, и это самые лучшие техники для удержания макияжа на вашем лице. Этими техниками пользуются во время фотосъемок очень часто, в каких-то жарких локациях, где-то в пустынях или просто в жарких помещениях, где снимают там, допустим, те же видео, и нельзя включать там какие-то кондиционеры, то есть становится очень жарко. Я сама этими техниками пользуюсь, и сегодня хочу ими поделиться с вами. Первая и самая, скажем так, такой вариант light, можно это назвать, первая техника — это техника запекания тональной основы. Я уже на эту технику и на эту тему сделала отдельное видео. Если вы его не смотрели, я вам очень советую перейти по ссылке и посмотреть его, потому что я там в подробностях рассказываю, как этого добиться. Но, грубо говоря, в чем она заключается, это в том, что вы берете рассыпчатую пудру и влажный спонж. Именно влажный спонж должен быть. И если вы не будете идти по всему вот этому экстремальному пути, да, там запекания именно тональной основы, то хотя бы если вы закрепляете тональную основу пудрой, то возьмите влажный спонж, макните в пудру и вот этим влажным спонжем закрепите те места на лице, которые вы хотите закрепить. Влажный спонж рассыпчатую пудру как будто, не знаю, растворяет на коже и сливает ее с тем, что у вас уже нанесено. Абсолютно натуральный финиш, очень красиво выглядит, и некоторым людям вполне достаточно и этого, то есть больше даже ничего делать не нужно. Уже вот такой вот даже простой способ очень хорошо закрепляет макияж, и он при этом никуда не девается. Техника эта лучше всего подходит для нормальной кожи, склонной к жирности. Если у вас эта техника не работает сама по себе, я вам предлагаю пойти еще на ступеньку выше и воспользоваться спреями для закрепления макияжа. Самый лучший на данный момент делает бренд Skindinavia. У меня это, кстати, еще более старая упаковка, но тем не менее сейчас состав в них не поменялся. Прелесть этого спрея заключается в том, что у него абсолютно невесомая текстура, то есть вы не наносите все больше и больше слоев на ваше лицо, то есть абсолютно его не видно на лице, но в то же время он работает как вот такая вот пленка на лице. То есть, вообще изначально этот спрей был создан для танцовщиц на карнавале в Рио. То есть вы представляете, насколько там жарко и насколько там сложно удержать макияж на лице. И вот для вот этих вот танцовщиц и был создан этот спрей, который реально показывал, что он держит макияж. Это как невесомая вуаль, которая закрепляет все, что вы наносили на свое лицо, и даже когда вы выходите на улицу, ну, к примеру, вы сделали макияж дома, вышли на улицу в жаркую погоду, вы чувствуете даже, что у вас лицо вспотело, то есть, и вам кажется, что макияж вот-вот сейчас начнет течь с вашего лица, ни в коем случае не пытайтесь его поправлять. Как только вы зайдете в какое-то помещение, будь то ваша работа, будь то, я не знаю, какое-то заведение, этот спрей каким-то магическим образом возвращает ваш макияж в то же состояние, в котором оно было до того, как вы вышли на улицу. Я не знаю, как он это делает, но реально он это делает. Главное, не пытайтесь его поправлять пудрами или какими-то другими средствами, потому что вы испортите вот эту вот защитную пленку, и сквозь нее уже начнет проступать и пот, и кожное сало, и вся вот эта вот гадость, которая, собственно, и разрушает ваш макияж. Последняя техника самая экстремальная, и сразу оговорюсь, нельзя этой техникой пользоваться ежедневно. Нельзя этой техникой пользоваться, я не знаю, даже раз в неделю. Этой техникой пользуются сугубо в тех случаях, когда уже вообще ничего не спасает, и нужно
чтобы макияж держался железобетонно. Я говорю сейчас о таких вещах, как очень важная там фотосессия, например, или свадьба, да, вот у вас свадьба, а на улице плюс 40, и вам нужно, чтобы макияж держался. Что его может закрепить? Это, как ни странно, обычный лак для волос. Как я уже сказала, техника не для слабонервных. Сейчас многие подумают, что я говорю о каком-то бреде, но на самом деле это реально работающая техника, которой очень многие визажисты пользуются. Лак для волос вот таким вот легким спреем поверх вашего макияжа будет держать его лучше, чем любое косметическое средство. Да, это вредно для кожи, это лучше не делать постоянно, я уже об этом сказала, но если у вас есть какой-то один день, когда вам нужно, чтобы макияж держался, вот это очень классная техника. И, наверное, на всякий случай лучше скажу, нельзя наносить близко, потому что может попасть в глаза, и тогда, в общем-то, будет очень сильное раздражение, может быть, какие-то даже последствия негативные. Вы вот так вот на расстоянии, я не знаю, сантиметров 30-40 добрых распыляете очень тонкой такой вуалью, не нужно себя в лаке для волос купать, тонкая вуаль, и этого вполне достаточно для того, чтобы закрепить ваш макияж до того времени, пока вы не захотите его смыть. Вот и все, о чем я хотела рассказать вам сегодня. Надеюсь, вам мои техники понравились. Если так и было, обязательно поставьте палец вверх. Если вы не подписаны еще на мой канал, то самое время сейчас это сделать. И мы тогда с вами увидимся в следующих моих видео. Пока!